Всем привет! Я очень рада вернуться к вам на канал. Наконец-то закончились новогодние каникулы. Снова в 2016 году к нам пришел новый сезон конкурса «Мистер Старшеклассник 2015». Обязательно пишите в комментариях, как вы провели свои новогодние праздники, новогодние каникулы. Сегодня я вас познакомлю с нашими новыми участниками. Мальчики очень интересные, веселые. Сегодня прошел мастер-класс с Романом Мамедовым. Он рассказал им, как себя вести на сцене, как общаться с публикой. Я думаю, мальчикам очень понравилось, поэтому давайте посмотрим. И старт сезона 2016! Некоторые моменты, как вы можете узнать, интересно ли человеку вас слушать? Девушка так вот волосами теребит, значит, все, ты вот. Если она теребит, есть другой вариант. Кто самый смечак у вас? Был однажды случай, когда я шел к терапевтичке. Диван, Данила, дрявое дно. Здравствуйте. На самом деле я Халк. Так то все вообще крутые пацаны там. Молодцы, что пришли участвовать, там кто-то победит, кто-то проиграет. Ну, в общем, это не суть. Ладно, когда девчонки, да? Зафантазировать там, я не могу. Всегда идея побеждала. Всегда идея побеждала. Я с вами еще не знакома. Расскажи о себе. Спортсмен. 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 Спортивный. Спортсмен. 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 Я животное. Брат. Гитарист. Танцор, гитарист. Танцор. Мальчик. Танцующее животное. Красивый мужик. Хороший. Вообще забавный парень. Пою. Пою. Горячий кавказский парень. И танцор. Гуманитарий. Ну и вообще крутой так-то чувак. У многих людей сейчас депрессия, у них плохое настроение. Ну, пить меньше. Хорошего настроения. Если бы у тебя сейчас была возможность отправиться в кругосветное путешествие или вообще путешествие, какие страны ты бы обязательно посетил? В Африку и помогал бы голодным детям, я бы им еду привез туда. У нас тут вообще не очень большой город, кстати, мы находимся в городе Кирове. У нас первая встреча участников в городе Кирове. Куда бы ты посоветовал сходить, например, зимой погреться, чашечку чая выпить? Какое место тебе нравится больше? Я всегда выбираю кофелайк. Вкусный кофе, кофелайк. Всегда выбираю его. Как ты оцениваешь свои шансы на победу? Я так и не задумывался об этом, потому что мне только сегодня сказали, что я буду участвовать в этом. Вообще ни о чем не думал. Просто так пришел Друман. Что в жизни своей должен каждый человек попробовать? Проявить себя на большой сцене. У тебя эта возможность совсем скоро будет. Была. И была. Расскажи, давай. Участник Voice Factor, финалист. Значит, от твоего номера домашнего задания надо ждать какой-то музыкальный номер. Да, конечно. Угу. Немножко можешь рассказать сразу. Я буду петь со своей бывшей девушкой. Она занимается. Бывшая девушка. Рассказываешь, что ты где поешь? Давно поешь? Как? Ну так, в школе пел. Не, ну в смысле там репетиции были всякие. А что ты поешь? Ну там что-то с русским народным связано. Там кто-то танцевал, значит. Какой чертой характера должна обладать идеальная девушка? Девушка должна быть верна. Давай, девчонок, закадри. Что? Сами придете. Что ты можешь пожелать участникам этого сезона? Не бойтесь себя, не бойтесь проявлять свои возможности на сцене и сделать его очень крутым. Мистер Старшеклассник 2016. Будет круто! Мистер Старшеклассник 2016. Кира!